Всем привет! Сегодня небольшое ножевое видео. Первый в моей жизни опинель. То есть я ножами увлекаюсь, ну, уже давненько, несколько лет. Ну так, осознанно. То есть ножи мне нравились всегда, еще с детства. Но так, чтобы осознанно, ну вот, несколько лет. Считать не возьмусь, ну, неважно, в районе, может быть, 5. И опинель, ну это классика. Классика ножевого вообще, ножеделения, ножевого искусства и все, что хотите. То есть, это ножи с историей, то есть, их начали делать еще там в 19 веке, если не ошибаюсь, если не раньше. Очень простые ножи, французские, то есть, опинель, Савой, Франция, 10 сантиметров, нож номер 10, то есть, длина клинка 10 сантиметров. Они делятся вот так вот просто по длине клинка. Бывают из нержавеющей стали Inox Stainless Steel. Бывают из углеродистой стали Carbon Steel. Что здесь еще? Вот что-то написано. Замок Вироблок. Тоже очень простой, очень старый замок. Всем известные, всеми признаваемые ножи. Но у меня как-то с ними не то, что не сложилось. То есть они мне нравятся, я понимаю, что это как бы классика, что это она должна быть у меня. Но вот за все эти годы как-то не сложилось. Не потому что не нравятся, они мне нравятся, но как-то просто не получалось. То есть... Купить я их хотел давно, но как-то все мимо они проходили меня. Ну и сейчас зашел в свой любимый магазин ножевой. Зашел просто, был рядом, потому что уже 100 лет там не был. То есть переехал с того района, в прошлом году переехали. И как-то не попадал туда. И сейчас оказался рядом в районе и думаю заеду посмотреть новинки. Есть у меня одна хотелка. У Рейка вышла новая модель. Пока не буду говорить, какая. Она мне очень нравится и, скорее всего, в скором времени появится. То есть, ну, в этом магазине не оказалось этой модели. Что-то другое, похожее, там, в принципе, было. У Real Steel неплохой нож. Там, у того же Рейка. Но хочется именно тот, который хочется. Но уйти из ножевого магазина без покупки я, естественно, не мог. Поэтому все-таки наконец-то взял опинельку десятку с нержавеющей сталью Inox. Замок Вироблок. То есть он просто поворачивается, ну и нож уже не складывается. Карбон. Углеродка, конечно, режет намного лучше. Ну, как намного? Не в разы, конечно, но лучше, чем нержавейка. Заточку держит лучше. Но этот нож у меня получается взамен Cold Steel Kudu. Тот у меня был как походный кухонник. То есть на пикники, на какие-то вылазки на природу с семьей, с друзьями. У него был клинок тоже что-то 10 или даже 11 сантиметров. Но он так на пикниках приглянулся друзьям, что мне пришлось подарить его. Было желание купить Эланд вместо Куду. Он еще больше, чем Куду. Но Эланда не было, а покупать второй Куду как-то, ну, не хочется. Был уже у меня, как говорится. Поэтому взял для этих целей опинель. Ну и мы в скором времени через... пару недель едем в отпуск в Турцию. Этот вот будет, возьму с собой его. Получается, как, ну, как домашний нож для продуктов. То есть все равно там, естественно, все включено. Но вечером что-нибудь с собой взять с ресторана, либо что-нибудь купить, те же фрукты, там яблочки, апельсинчики, там еще что-то. Вечером посидеть с друзьями. В принципе, простой, надежный, острый нож. Сведение здесь, кстати, можно и так
сведение здесь в ноль, если вдруг кто не знает. Но заточка не идеальная, то есть он подбривает волосы, но, как говорится, не идеально, не со скоком. И здесь вот есть небольшие такие, ну, я бы не сказал, грехи, но не идеально заточен. Подвод, ну, я вижу, микро-микро, может быть, подвод, но вообще практически в ноль спущен нож. Мне это очень нравится. То есть, Опинель всегда немножко, так скажем, были у него всегда огрехи по заточке. На витрине нож лежал тоже с небольшими такими вот. Это не косяки, это просто, я бы сказал, не идеальная заточка. Я попросил другой, но был, они продаются в таких блистерах, то есть продавец мне открыла. Но я посмотрел, тоже такое присутствует. Ну, не буду же распаковывать все подряд, то есть, ну, это как минимум мне хорошо. Да, и я не вижу проблем, потому что мне им не бриться. По продуктам, хлебушек, колбаска, огурчики, помидорчики, яблочки. С этим он справится вообще без всяких проблем. Закрыли, то есть для пущей надежности. То есть, да, кто-то говорит, что для продуктов не очень хорошо, потому что деревяшка, она там разбухает. Ну, вы не бросайте его в воде. Его можно пропитать, но я, скорее всего, пропитывать не буду. Подсолнечным маслом нехорошо, а никакого другого у меня пока нет. Давным-давно хочу, опять же, взять льняное масло, либо еще какую-то пропитку, но все не получается, не попадается на глаза. Когда специально вспоминаю, то специально ехать неохота. Ну, в принципе, все. Мой первый Опинель. Мне нравится для тех целей, которые я для него предполагаю. Я уверен на 100-200%, что он не подведет. Ну и рекомендую. Спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся. Ну и все в этом духе. Пока.